Второй детский сад. Здание признано аварийным, но до сих пор не снесено. Управление образования и капитального строительства ссылаются на краевую комиссию. Решение о сносе проходит ряд согласований. Процедура не быстрая. Но мэра города не устраивает этот режим ожидания, в котором живут подчиненные. Я об этом слышу полгода уже. И за полгода мы с места двинулись. А, Наталья Васильевна? Мы разрешение на слово получили. Когда каждый детсадовский квадратный метр на вес золота, позицию администрации построить в центре города современный детский сад надо продвигать на всех уровнях. И думать на перспективу. Освобождающийся с 1 декабря смежный участок не должен уйти коммерсантам. Пока мы не имеем окончательно проектно-сметной документации, мы ее не имеем, так? Но она будет через 2 месяца. Через 2 месяца. Военный комиссариат... землю комиссариата сегодня начать работу, присоединить к этому детскому саду, чтобы ее никто не украл никогда. И земля пусть уходит в детский сад. И там можно будет на этой земле достраивать что-то под этот детский сад. Пока она будет прогулочной зоной, так? А потом еще один корпус поставить, и будет прекрасный детский сад в центре города-курорта. Никакого уродства тут 20-этажного не будет и всего остального. О преображении центра курорта доложила первый вице-мэр Анапы. Анжелика Бузунова прошлась по списку поручений главы. Ремстрой завершил реконструкцию четной стороны улицы Краснодарской на участке от Крымской до Новороссийской. Под ногами прохожих новая плитка. На газоны завезен грунт. До 25 апреля 2017 года будет смонтирована автоматическая система полива. Сейчас Ремстрой работает на нечетной стороне улицы. Для завершения реконструкции памятника трех свечей осталось дождаться заказанного мраморного покрытия. Сами свечи готовы, мы их там реставрировали, все это электричество ремонтировали, все подвели, но вот на работу до 5 декабря. У нас 11 декабря там была траурная дата, чтобы 5 все было готово. Обновлены также улицы Кирова, Тургенева от Таманской до Набережной. На улице Парковой по поручению главы обустроена тротуарная дорожка, завезен грунт. Зеленстрой высадил деревья и кустарники.